Всем привет-привет, наши дорогие подписчики! Я Ксюша, и вы на канале Just Family Crew, где мы с вами разбираем танцы под самые классные и кайфовые треки. Сегодня мы с вами разберем танец под трек «Плачу на техно». Давайте скорее приступим! Итак, первое движение, оно выглядит следующим образом. Раз, и два, и три, и четыре. Теперь разбираем. Подняли левую ножку, пинаем вперед. Раз, прыгаем на левой ноге, прыгаем на правой ноге, перенесли вес на переднюю. И тот же самый прыжок, только ставим пяточку и разворачиваем корпус. Еще раз очень медленно. Левая нога пинает вперед, перепрыгнули и перед собой развернули корпус. Но пяточку уже поставили на пол. 7-8. Наверх и вниз. И снова подняли правую ножку. Еще разок. 7-8. Раз. И. Два. И. Теперь проделываем все то же самое, только с другой ногой. Вперед. Подняли левую ножку, пум, правая перед собой на пятке, и еще разок сначала, 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4, и. Так как это движение быстрое, на ручках мы внимание акцентировать не будем. 5, 6, 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4, и. Не забывайте прыгать на каждый счет, и основной, и промежуточный, 7, 8. Прыжок, 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 прыжок. Прыгаем, 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 прыгаем. Дальше вспоминаем движение пати-машины. Пум и пум. Пинаем в левый бок. 7, 8. Раз и два. Пнули вперед правой ножкой. 3. И поставили назад. 4. Еще раз. 7, 8. Пинок и замах. Пинок. Сразу пинок в сторону. И шаг назад. Поехали. 7, 8. Раз. И два, и три, четыре. Дальше делаем два шага. С разворотом налево и направо. И двигаемся за бедром. Таз идет первый. Пум. А затем с отставанием подключается корпус. И раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три, четыре. Вспомним сначала. Семь, восемь. Раз, и два. И три, и четыре. И вот мы замахнули заднюю ножку и пинаем пати-машин. Вперед, и вперед, в сторону, поставили, и шаг с разворотом, шаг, и теперь к этим шагам последним добавим ручки. Ручки мы заворачиваем на себя, делаем целый круг, доводим до лопаток и опускаем перед собой. 7-8. Делаем всего один круг на себя. А обратно ручки просто ставим перед собой. Дальше опускаем ручки назад, вниз в диагональ. И обратно. Еще разок. 7, 8. Раз, два, три, четыре. И еще разок. 7, 8. На себя целый круг. Локти смотрят наверх. И обратно захлёст, назад и к себе. Теперь сделаем первое движение немножко побыстрее. 7, 8. И раз, на первый счет ручки уже должны коснуться лопаток. Два, три, четыре. Еще разок, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Быстрее, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Если не успеваем делать вот этот разворот, можно просто поднять ручки за лопатки. Раз, два, три, четыре. Соединяем с шагами. И раз, во время первого шага ручки за спиной. Два. Подставили ножку. Три. Шагнули бедром. Четыре. Еще разок. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Добавляем немножко кач. Семь. Восемь. И. Раз. И два. И три. И четыре. Вспоминаем сначала. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вперед и накрест. Вперед и накрест. Пати-машин. Пати-машин. Подняли ножку. И. И раз, два, подставили, три, четыре, еще раз в таком же темпе, семь, восемь, раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь, восемь, и раз, завернули ручки, два, три, четыре, теперь оставляем левую ножку в сторону, и бедро бьет налево, направо, налево, направо, проходит по полу кругу через перед. Пум, назад, пум,
делаем? Правая идет над головой, левая идет над головой, ручки в сторону и к себе. Еще разок. Соединяем с бедром. Раз. Правая ручка, левое бедро. Два. Ручки открыли. Три в стороны и четыре. Закрыли. Семь, восемь. Раз и два. И три, четыре. Не забывайте все время пружинить на ножках. Семь, восемь. Раз и два. И три, и четыре. Соединим вот с этим шагом, с предыдущим. Семь, восемь. Раз, два, три. Отставили ножку. Пять, шесть, семь, восемь. Быстренько соединим сначала и идем дальше. Семь, восемь. Раз и два и три. Пяточку поставили. Пати-машин, пинок, накрест. И шаг, ручки сразу завернули. Пум. И раз, два, три, четыре. Дальше мы с вами разберем только ножки. Левая нога шагает вперед. Пум, накрест, в сторону. Еще разок. Раз, два. На второй счет добавляем прыжок. Раз и два. Немножко подпрыгиваем. И раз и два. Дальше правая нога бьет два раза. Вперед, вперед. При этом обе стопы у нас разворачиваются. И раз, и два. Еще разок. И шагаем. Левая. Прыжок. Правая. Обе стопы развернулись. Семь, восемь. Раз, и два. И три, четыре. Дальше правой ножкой мы шагаем назад. И стопы также разворачиваются оба раза. Пум, пум. Еще разок. С этого движения. Семь, восемь. Раз и прыжок. И пум, и пум, и назад. Правая ножка сначала два раза шагает вперед, затем один раз назад. Не забывайте стоять на носочках и все время разворачивать стопы. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Чем выше ножку мы поднимаем, тем зрелищнее выглядит движение. Теперь немножко добавим ручки. Они бьют вниз в диагонали, к себе, назад, ручки прямые, и вперед, и снова назад, вперед. Это движение будет быстрым. Раз, и два, и. Если у вас не получается быстро, сделайте один раз назад и вперед. Семь, восемь. Раз, и два, и. Старайтесь локти держать как можно выше. Еще раз. Семь, восемь. Вниз, к себе, локти в сторону. Назад, вперед, назад, вперед. Теперь соединяем с ногами. И раз, прыжок. Два, и три, и четыре, и пять. Ручки опускаются вниз. Еще раз. В чем сложность этого движения? Когда мы ножку ставим вперед, ручки у нас бьют назад, то есть в противоход. Еще раз. Подняли ножку и раз. Ножку поставили перед собой, ручки ударили сзади. И ручки спереди, нога сзади. Пум. Еще разок. Пум-пум-пам. И раз. Еще разок. Соединим вот с этого движения. Закрутили ручки. Поставили перед собой. Вниз. И над головой. Над головой. В сторону. И шагнули. Раз. Прыгнули. И ручки назад, нога вперед. И назад ручки. И ножку убираем назад, ручки вниз. Еще раз в таком же темпе и двигаемся дальше. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, закрутили. Два, три, четыре. Над головой, над головой. Пум и пам. Раз, два и три и четыре и пять. Давайте быстренько вспомним с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. Пинок и накрест. Пинок и накрест. И пати-машин. Пати-машин. Это же ножка вперед. Накрест. И оба ручки закрутили. Точка. Вниз. Точка. Над головой. Над головой. В сторону. На себя. И вниз. Прыжок. Назад ручки. Назад. И пум. Вот это движение придется потренировать. Пум и пум и пум. Дальше отставляем левую ножку в сторону и шагаем два раза. Пум, пум. Левое плечико бьет вперед. Пум. Добавили для удобства ручки. Семь, восемь. Пум и пум. Семь, восемь. Левая нога бьет в сторону. Правая ручка на себя. Левое плечо вперед. И пум. Еще разок. Пум, пум.
бум-бум-бам. Дальше шагаем на левую ножку. Воу, движение уже знакомое. Ножки ставим широко. 7, 8. Бум. И бум. Шагнули на левую. Правое плечо вперед. Ножку подтянули. Ручки подняли и опустили. Ножки широко остались. 7, 8. Бум. И бум. И шаг. Бум. Теперь коленки бьют вниз. Ручки вниз накрест. И открыли обратно. Можно добавить голову. Бум. И мы полностью закрылись и открылись. Чтобы коленки ушли внутрь, нам сначала надо встать на носочки. Коленки уходят в сторону, вниз, внутрь. И открываем обратно. 7, 8. Бум. И добавьте в движение немножко драйва, чтобы связка казалась прям танцевальной. И осталось у нас всего 4 движения. Мы снова делаем пати-машин, но уже с разворотом. Начиная с правой ноги. Правая, левая, правая, левая. В конце можно поставить левую ножку на пол. Давайте так и сделаем. И добавим разворот вокруг себя через правое плечо. То есть правое плечо уходит назад. Правая ножка и левая разворачиваемся. Правая и левая поставили. Еще разок. 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре. Для начала попробуйте просто поделать пати-машин вокруг себя. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Три, пум, поставили. Еще разок. 7, 8. Раз, поворот, поворот. И поставили ножку, пум. Теперь добавим ручки. Ручки у нас рисуют круг. Начинаем с правой руки. Раз. Доводим до параллели пола. Выходит вторая рука. Два. Она идет наверх. Вторая ручка уходит вниз. И так и крутим вокруг себя. Тоже можете сначала потренироваться на месте. Раз, два, три, четыре. Внимательно следите. Смотрите, ручки не уходят у нас вперед и назад. Они уходят только в сторону. Покажу боком. Раз. И два. И. То есть вот сюда ручки у нас не уходят. 7, 8. Раз, два, три, четыре. Соединяем с ногами. Мы с вами сделали вот это движение. Пу. И теперь перенесли вес на левую ножку и замахиваемся правой рукой вниз. Раз, два, три, четыре. Левая ручка должна у вас опуститься сверху вниз на последнее движение. Еще разок. 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре. Еще раз. 5, 6, 7 и 8. Раз. Правая рука на правую ножку идет. И два, и три, и четыре. Давайте вспомним весь танец от начала до конца. Очень медленно. 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Вперед. 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Раз, два, и три, и четыре, пять. Теперь смотрите, после вот этого движения мы добавим еще один шаг. Мы также раскрываем пяточки и шагаем вперед. То есть сначала мы два раза шагнули на правую ножку вперед, затем на правую и на левую еще разок. Еще раз. И раз, и два, и назад. Подняли левую ножку и пум. А затем у нас также идет вот это движение. Пум. Еще разок. 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре. Шаг, шаг. То есть мы шагаем на левую ножку 3 раза. Первый у нас идет здесь, и 2 раза одинаковые. А затем мы еще раз делаем шаг на левую и переходим вот в это движение. Вниз, пум, и пати-машин. 5, 6, 7 и 8. Еще разок медленно, с самого начала. 7, 8. Раз, и два, и три, и 4, и 5, 6, 7, 8. Следим за счетом, должно все сойтись. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, и 4, и 5, и 6. Ручки уже просто остаются внизу. 7, 8.
семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Вперед, вперед, назад. Пум и поп, поп, шаг, точка. Вниз и пошли. Пальцы машин, пум, пум, точка. Давайте сделаем еще два раза быстро. Затем попробуем музыку. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, прыжок, пум, вперед, пум, назад. И воп, воп, шаг, и вниз, и пать машин, воу, точка. Еще быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Воп, и пу, и та, та, в стороны, и раз, два, три, и четыре, пять, и шесть. Пу, пу, шаг, и вниз, пать машин, пу, та, та. Если у вас не получается быстро, не переживайте. Скорость – это дело практики. Ну что, наш танец готов. Давайте попробуем станцевать вместе под музыку. Ссылка на видео в описании. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши отзывы и комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Вы также можете поддержать наш канал, реквизиты в описании к этому видео. Большое вам спасибо за ваши отзывы. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.